Признаюсь честно, я лучше пойду и куплю себе охоту крепкую, нежели я куплю что-либо из линейки Виктория. Ты охоту крепкую? Конечно. И прям выпьешь? Напишите в комментариях, и количество лайков, вот это вот самое, если оно дойдет до, там, сколько мы там поставим? Ну, пускай 500 будет. 500 лайков, как бы. А что так много-то? Я могу и 50, давай. Да? О, 50 лайков и в каком-нибудь одном из следующих выпусков. Запросто. Охота крепкая. Да можете даже не ставить. Я выпью. Я выпью. Я выпью. И без Юры, и без камеры просто выпью. Даже и денег тебе за это платить. Не, ну если будешь, то давай. Охота крепкая, это пиво, знаешь, что такое для меня охота крепкая? Я тебе просто расскажу. Давным-давным-давно, это было очень много лет назад, когда мы учились в школе, мы каждое утро встречались в курилке для того, чтобы потом пойти в школу. С вечера предыдущего дня мы закапывали в снегу, и зима была, охоту крепкую, чтобы к утру она была прям холодненькая и заебись. А утром закапывали, да, в себя. Вот, и потом уже шли на уроки. Вот такое, вот такая была. Это школа такая? Это школа такая, это вот такая у меня была юность. Кстати, школа одна из самых уважаемых на районе, поэтому... Ну, так вот. А я охренительно училась. Думаешь, благодаря чему? Так что охота крепкая для меня, one love. У меня на этот счет как бы нет текста. Да, хреновая пиво. Да, хреновая пиво. Баска. Но, кстати, охоту крепкую я не пила уже более 15 лет, поэтому я думаю, что это будет очень интересная. Может, она изменилась. Интересная встреча в следующий раз. Хорошо. Ради этого стоит смотреть. Ну и прям, если усиливать этот эффект, с залпом. Ну, Юра. Ну, я тебе уже и так, со всей душой, а ты мне еще и залпом. За 500 лайков. Каждому. Так, ладно, за 500 лайков, тогда залпом. Очень хорошо накидывает.